Дедушка, как красиво в этом цирке! И друзья такие интересные у хамелеона! Они были настолько яркими и необычными, что заинтриговали меня. И ты остался в цирке. Только я не поняла. Хамелеон сказал, что правда у всех разная. Разве так бывает? Элечка, мы часто оправдываем себя обстоятельствами и называем это своей правдой. Но истина, настоящая правда, одна. Хамелеон просто пытался отвлечь мое внимание и запутать меня. Понятно, дедушка. А зачем тебе надо было снять обувь? Обувь – это символ готовности продолжать свой путь. А хамелеон хотел, чтобы я остался с ними, поэтому и предложил мне разуться. Видно, ты доверял ему, раз согласился. Да, уж больно мне хотелось завести друзей. И к тому же было очень любопытно, что за представление меня ожидает. Внученька, ты помнишь, кто появился на арене? Ушианист Листинский. Да. Кто же он такой, дедушка? Эля, есть такие люди, которые, чтобы стать другом, подбирают тебе так называемые правильные уши. То есть они находят твое слабое место и лестью втираются в доверие. Понимаешь? Кажется, понимаю. Тебе очень понравилось слышать, какой ты смелый и сильный, да? Да, порой в нашей жизни мы тоже выбираем таких друзей, которые во всем поддакивают нам, подхалимничают и говорят только льстивые слова. Дедушка, но мне так нравится, когда меня только хвалят, говорят, какая я красивая, умная. Но иногда, Элечка, мы можем даже не заметить, что это не искренние отношения, а просто лесть. Потому что настоящая их цель не ты и дружба с тобой, а какая-то выгода. Например, твоя известность, хорошая игрушка или что-то еще. Да, дедушка, я встречала таких друзей. А, например, когда кто-то приходит с новым планшетом, все сразу хотят с ним дружить. Вот видишь, об этом я и говорю. И ты тоже не заметил, как Листинский начал на тебе ездить. Точно. И в нашей жизни нужно учиться отделять настоящих друзей от тех, кто лишь ищет выгоду. А иногда мы понимаем, что нас используют, но соглашаемся с этим, только бы с нами продолжали дружить. Помни, что сказано в Библии, в книге Притчи, в 26 главе, в 28 стихе. Льстивые уста готовят крушение. Дорогой друг, если ты захочешь получить Библию, то напиши нам на e-mail. Дорогие родители, этот проект осуществляется только благодаря вашей поддержке. Пожертвования вы можете отправить по реквизитам, указанным на экране, или на нашем сайте. Мы благодарны всем, кто поддерживает выпуск новых серий «Страны золотого солнца».